очередную встречу в нашем клубе, русском клубе при библиотеке «Саньялс». Вы знаете, я очень волновалась перед сегодняшней встречей, потому что думала, что, наверное, народ не придет. Все-таки праздники. Мы собрались в такое праздничное время, когда иудеи празднуют Песах, когда вот завтра христиане, католики, будут праздновать Пасху. И вот, несмотря ни на что, собрался полный зал. И все потому, что сегодня у нас будет встреча с двумя удивительными, талантливыми, творческими и, на мой взгляд, очень теплыми людьми. Вы все знаете программу сегодняшней встречи. Это мы будем чествовать нашего доброго друга, автора, поэта, артиста театра «Курортный бульвар», члена нашего клуба, ну, наверное, с самого-самого начала, еще и раньше. Просто очень надежного, очень интересного человека, очень ответственного, когда я говорю, имею в виду наши все мероприятия и все-все-все. Очень любимого нами всеми Михаила Эстиса. Мы будем отмечать его 80-летие. Вы знаете, мне иногда кажется... наверное, в его свидетельстве о рождении. Обычно люди уменьшают свой возраст, ну, я имею в виду женщин больше, наверное. А у меня такое чувство, что этот человек добавил себе так лет 10, наверное, когда был совсем молодым, чтобы выглядеть солидно. И вот так получается, что сегодня мы празднуем его 80-летие, хотя в моих глазах, я думаю, что и в ваших, и всех, он совершенно молодой, очень жизнерадостный, очень-очень, да, оптимистичный человек. И мы будем сегодня свидетелями презентации нового диска «Королевы кабаре Айвиты». Мы начнем с нашего юбиляра, конечно. И как принято, когда мы приходим к каким-то большим датам, подводим итоги там, определенного творческого жизненного пути, принято человеку говорить очень много добрых, хороших слов, восхищаться им, говорить хорошие пожелания. И, короче говоря, юбилей – это повод, замечательный повод поддержать вот эту традицию. И вот мы начнем, я так думаю, с хороших, с этих пожеланий. Ну, первое, вы знаете, сегодня утром позвонила Рада Волшанинова. Она очень хотела быть, но, к сожалению, по состоянию здоровья она не смогла присутствовать. Она мне по телефону продиктовала поздравление, посвящение Михаилу Эстису. Я обещала передать. Михаилу Эстису, забудем цифры. Пусть сердце будет пульсом жизни биться. Огонь души так дерзновенно смел. Жизнь непроста, но ты сегодня пришел красивым, прийти красивым, молодым сумел. А седина, что может только с серебром сравниться, ведь серебро сейчас особенно в цене, и жизнь в глазах по-прежнему искрится. Ну, а мужчина сединой красив вдвойне. Рада вам. Хочу предоставить слово артисту театра «Солнце» Мише Франклину. Пожалуйста. Это чаша поздравления, да? Мне не хотели давать слово. И она вытащила изо рта все эпитеты, так что, и говорит, всегда цейтнот, здесь не хватает времени. Поэтому я не буду много говорить. Я люблю этого... Микрофон. Я всегда думаю, что у меня лужерная глотка, оказывается, нет. Знаю его давно, очень, очень люблю. Когда у меня плохое настроение, я читаю его стихи. У нас много поэтов здесь, мы очень лаки в нашей комьюнити, но вот Миша стоит как-то отдельно. У него простые и стихи, которые влезают просто в душу. Мне времени очень мало, поэтому я просто открыл книжку и нашел одно. Я вам сейчас прочту. Друзьям-пенсионерам.
актуально, правда, сегодня? Друзья мои, сегодня наши праздники, а посему любовь вам да совет. Вы все уже не девочки, не мальчики, ведь за спиной у нас немало лет. И где-то за морями, океанами, где мы когда-то с вами родились, мы становились папами и мамами, мы познавали, что такое жизнь. Потом мы все сожгли и переплавили, оставив за собою полземли. Мы где-то в нашу молодость оставили, все начали сначала, как могли. Друзья, остановитесь на мгновение, наш возраст посчитайте, как цыплят. Нам на семью 130 и не менее, а некоторым все 150. Ночами нам не спится и не мочится, а раньше разбудить нас не могли. И женщину не каждый раз нам хочется, а раньше мы себя не берегли. И память – это наше наказание, когда нам хорошо за 60. Не помним мы сравнительно недавнее, а только то, что много лет назад. Пусть свадебни, а также дни рождения нас собирают вместе много лет. Всему свой час. Живите без волнения. Да будет мир, друзья, да будет свет. Спасибо большое. Вы, наверное, читали, последние месяцы вышло очень много поздравлений в нашей местной прессе. У нас сегодня присутствуют издатели. Я, наверное, приглашу к нам Александра Росина сказать пару слов. Так, пару слов обещаю. Во-первых, поздравляю всех с праздником. Во-вторых, я шел сюда с радостью, потому что здесь сегодня праздник и Миши, и Аллы, а это очень близкие люди. И я знаю, что будет интересно. Слушать меня совершенно не интересно. Лучше будет так, если я вас сделаю панорамный снимок, а потом в майском номере появится в журнале. Я думаю, лучший вариант, если будете в одной руке вы держать книжку Миши, другой диск Аэлиты, а в зубах журнал «Флорида», да. Но поскольку у меня у всех это все есть, давайте просто улыбнитесь, я вас сфотографирую. Спасибо большое. Как всегда, чувством юмора. Ну ладно, все равно это же не запись, я могу говорить, правда? Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Дорогие друзья, поскольку мы действительно очень ограничены во времени, а нам хочется послушать и Мишу Эстеса, и Аэлиту, я сейчас предоставлю слово нашему юбиляру, хорошо? А потом уже по ходу посмотрим, может быть, еще будут выступающие. Хорошо? Пожалуйста, встречайте, Михаил Эстес. Спасибо, Фаина. Спасибо вам всем, что вы пришли сегодня сюда. И всех с праздником. С любыми. То, что вы отмечаете, я вас поздравляю с этими праздниками. Говоря о юбилее, я хочу сказать, что серьезная дата, я предпочитаю говорить 2 по 40, чем 80, так как-то спокойнее. И я очень много раньше писал стихов по поводу юбилеев моих друзей, разных юбилеев. Например, такое: юбилей, как крик души, как признание. Юбилеи хороши, только ранние. Или такое стихотворение: понимаю теперь, юбилей, как разлука. Эта молодость наша уходит в туман.
Юбилей не такая веселая штука. Это просто веселый и милый обман. Ну вот себе самому, учитывая то, что всегда желают на юбилее прожить до 120, вы это знаете. Вот я себе самому написал небольшой стишок. 2/3 жизни за плечами, но пусть не отсыреет порох. Мы будем радоваться с вами, ведь впереди еще раз 40. Даруй нам Бог любовь и радость, чтоб жизнь прожили не напрасно, чтоб дома не застала старость. Да будет так, ведь жизнь прекрасна. Ну, сегодня, я думаю, достаточно о юбилеях. Я сегодня хотел бы с вами поговорить в очень интересной теме – о любви. Я думаю, эта тема всех волнует, и вообще все, что происходит в нашей жизни, оно основано на любви. И вот такое программное стихотворение о любви, любовь и деньги. Я не искал ни денег, ни чинов, и не искал известности мнимой. Но если в жизни вдруг встречал любовь, не проходил я без внимания мимо. Я был осмеян, но не посрамлен, и не менялся я душой и телом. И каждый раз, когда я был влюблен, был на коне, и, как всегда, на белом. И вот сегодня все горит в огне, и даже доллар, да и тот, не вечен. И лишь любовь останется в цене, а значит, выбор мой был безупречен. Говоря о любви, я имею в виду любовь в самом широком смысле этого слова. Это любовь к родителям, к матери, к отцу. Это любовь к детям, к внукам. Это любовь к друзьям. Это любовь к женщине. То есть любовь во всех ее проявлениях. Я очень много в своей жизни написал стихов, посвященных моей маме. Вот одно из них. Когда ей исполнилось 80, это тот возраст, который сегодня у меня. Снова время читать телеграммы от знакомых, родных и друзей, потому что сегодня у мамы наступает большой юбилей. Ничего, что головка седая и морщинки лицо бороздят, для меня ты всегда молодая, помоложе других 50. Так написано, видно, судьбою, жить, трудиться хотя бы 100 лет. И тебе нет ни сна, ни покоя, и для отдыха времени нет. Твоим правнукам, внукам и детям очень нужно тепло твоих дел. И прожить тебе надо на свете все, что папа прожить не успел. Пусть, как прежде, меня согревает и любовь, и тепло твоих рук. Happy birthday, моя дорогая! Мой любимый и преданный друг. Упоминание о том, что прожить столько, сколько папа, то, что папа прожить не успел, оно не случайно. А мой отец погиб во время войны, ему было 33 года. Ну, и с тех пор мать никогда вторично не замуж не вышла. Всю жизнь посвятила сначала мне, потом внучке, потом правнукам, ну и так далее. А отец, он был молод, и он относится к тому поколению, о котором поэт Николай Майоров сказал, вы, наверное, помните эти стихи, эту фразу. «Вы в книгах прочитаете, как миф о людях, что ушли, недолюбив, не докурив последний папирос». Вот это его судьба. Он погиб, когда ему было 33. Стихотворение «День Победы», посвященное ему. Мать держала в руке 2 простых письмеца и к груди прижимала ребенка. Было первое с фронта, оно от отца, а второе письмо – похоронка. Я держу похоронку дрожащей рукой, в ней все кратко, без лишнего слова. Смертью храбрых, геройски, последний твой бой, дата гибели в марте 8-го. Память все сохраняет,
И в тысячный раз говорить я пытаюсь с тобою. Что ты делал? Что вспомнил в последний свой час, когда рота готовилась к бою? Ты был умным и смелым, а как ты любил! Ты был так удивительно молод, но в трагический час нас с собой заслонил давно в жизни на долгие годы. Ветераны проходят, надев ордена. Может, кто-то служил в твоей роте? Как их можно найти? Где узнать имена тех бойцов, воевавших в пехоте? Подросли твои правнуки, я не шучу. Продолжается жизнь быстротечно. Внукам 40, и я мемуары строчу. А тебе 33 будет вечно. Ну, еще, это все у меня стихи из семейного альбома, написанные в разное время. Еще один стих, посвященный моей маме. Маменькин сынок. Это когда исполнилось 86. Я в этой жизни повидал немало, и много званий накопил к тому ж, таких как внук и шурин, и племянник, отец и дед, ну и, конечно, муж. Но самый первый, самый главный титул я получил, как только вышел срок. Случилось так, что я родился сыном, а это значит маменькин сынок. И с этих пор, когда бывает трудно и устаю от жизненных тревог, иду к тебе и знаю, будет чудо, и ты мне скажешь: потерпи, сынок. И словно в детстве исчезает драма, когда приду в твой теплый уголок. Так хорошо, когда есть в жизни мама, а у нее есть маменькин сынок. А жизнь идет, года летят упрямо, и новый век пришел на наш порог. Я позвоню с работы: здравствуй, мама, и ты ответишь: добрый день, сынок. Ну и вот как в этом предыдущем стихотворении я написал, что прожить надо до 100, оно оказалось пророческим. Моя мама прожила ровно 100 лет. И еще одно такое возрастное стихотворение, которое, в общем-то, адресовано более молодому поколению, у которых родители еще живы, но они уже старые. Называется стихотворение «Не обижайте стариков». Не обижайте стариков, им жить осталось так немного, им на роду спокон веков для вас прокладывать дорогу, не доедать, не досыпать, болеть за вас и вместе с вами, всю жизнь за вас переживать, лелеять нежными словами и ждать от вас лишь одного – тепла. Им многого не надо, и все. И больше ничего, они этим будут рады. Да позвоните иногда, но как здоровье, как желудок. Им голос нужен ваш всегда, всегда, в любое время суток. В закрутке повседневных дел остановитесь на мгновение. Отец согнулся, посидел, а мать в морщинках от волнения. Пусть будет множество дорог, успех и блеск от звездной пыли. В конце пути не дай вам Бог, чтоб ваши дети вас забыли. Ну, а теперь стихи, посвященные моей дочке. Вот она сидит, снимает видео, и она у меня мой сотрудник, мой друг, мой сообщник во всех моих делах, начиная вот с такого возраста. Всегда помогала, все, что надо было делать, делала. И так по сей день. У нее большая семья сейчас, вот муж, дети, и прекрасная семья, и мы все большие друзья. Вот стихотворение к одному из ее дней рождения. Я верю, родная, что ты в этой жизни, конечно, для счастья была рождена. Но счастье бывает ужасно капризным и часто лишает покоя и сна. Как трудно бывает порою, я знаю. А что там еще впереди суждено? Но ты не печалься, моя дорогая.
Тебе ведь судьбой так много дано. Живи без оглядки, от жизни шалея. Пусть скажут друзья, что тебе повезло. Живи как волшебник, как добрая фея, вокруг раздавая любовь и тепло. А то, что задумано, все это будет в твоей удивительной яркой судьбе. И все, что с любовью раздала ты людям, все это когда-то вернется к тебе. И еще одно небольшое, ей же. В этой жизни поспешной, за сумятицей дел, что-то сделать, конечно, я уже не успел. Не дошел, не доехал, не достал, не принес, не добился успеха, не сумел, не дорос. Все равно, все прекрасно, я не мучаюсь зря. И живу не напрасно, так как сделал тебя. Ну, несколько стихов, посвященных моим внукам. Вот дочка наградила меня 3 внуками. А первому вот скоро уже будет 35 лет. Но это стихотворение было написано тогда, когда он только родился. И называется «Награда». Зовут его Дэвид, Дэвиду посвящается. «Старею я, братцы, покоя мне нет, и с вами сидеть не досуг. Мне дочка присвоила звание «Дед» с вручением ордена «Внук». Все вроде как прежде, я молод душой, в ногах еще слабости нет, но люди все чаще при встрече со мной зовут меня запросто «Дед». Но это не главное, я бы сказал, я это спокойно стерплю. Но ночью в постели я вдруг осознал, отныне я с бабушкой сплю. Но я не горюю, но что за беда, она не в преклонных годах. Я забываю об этом, когда я внука держу на руках. Сегодня мой внук – 100% еврей. Он был еще ростом с вершок, а рэбе отрезал ему поскорей довольно солидный кусок. И все наши визы, от Вайт и до Грин, ему не нужны уже. Нет, он этой страны, молодой гражданин, как только родился на свет. Пусть он подрастает, и время всему, и он улетит из гнезда, и в дальней дороге пусть светит ему, как солнце, Давида звезда. Я орден с любовью ношу на груди, мне дырки в костюме не жаль, мне в жизни еще раз должно повезти, вручат мне еще и медаль. Ну, конечно, вручили медаль внучку. Вот стихотворение внучки Женечки, когда исполнилось 3, а сегодня, слава Богу, ей уже 27. А когда исполнилось 3, коротенькое написал стихотворение. Когда пишу я или что-нибудь читаю, люблю, когда есть в предложении запятая. Поскольку если запятая в предложении, то значит есть у предложения продолжение. И в нашей жизни, как в рассказе, я считаю, всегда нужна очередная запятая. И вот сегодня я опять читаю оду, а запятой моей исполнилось 3. Я поднимаю ее вверх над головою, лети вперед, а я от бед тебя прикрою, как делал внуку, а немного раньше дочке. Я не хочу в своем рассказе ставить точку. Ну и потом еще одна медаль. Это внук Джоник, которому скоро в этом году будет уже 16. А это было написано, когда ему исполнилось 6. «Встану утром раненько, зазвенит будильник. Мой мальчишка маленький, нынче именинник. Будет он до вечера комплименты слушать, соберет, конечно, он магазин игрушек. Дяди, тети взрослые, шумные, с любовью, выпьют водку горькую за его здоровье, за успехи в колледжах, за друзей хороших, за красу и праведность жизненных дорожек. Именинник маленький, весел и беспечен, и на торте праздничном задувает свечи. День уже кончается, праздник был веселым, гости разъезжаются, завтра нужно в школу». Это была такая
семейная тетрадь из семейного альбома. Теперь пару слов о друзьях. Стихотворение «Отпускаю грехи». Не сжигайте мосты, уходя от погони. Не рубите с плеча неповинных голов. Уходите ползком, в кровь стирая ладони. Оставайтесь людьми среди стаи волков. Я, наверное, не прав, но такой уж характер. Не могу без людей, не могу без друзей. Я, конечно, не прав, но когда-то на старте думал, им тоже трудно без дружбы моей. Отпускаю грехи, раздаю всем прощения, ведь сегодня прожить без прощения нельзя. Но когда выйдет час принимать вам решение, не забудьте простить меня тоже, друзья. Я любил вас всю жизнь, пусть ни много, ни мало, но полвека осталось уже за спиной. Покопайтесь в себе, может, время настало поделиться теплом и любовью со мной. Может, время пришло, ведь сегодня не вечер, и не хочется старых обид ворошить. Зажигайте огни, выходите навстречу, не теряйте минуты, нам надо спешить. Ну а теперь немножко любовной лирики. Твои глаза. О наших вкусах, в общем-то, не спорят. А я поспорю, пусть меня простят. Люблю я горы, лето, запах моря. Люблю конфеты, кофе, шоколад. Люблю тепло и лужи в пене белой, когда июль и летняя гроза. Еще люблю твое потрогать тело. И заглянуть в бездонные глаза, и утонуть глаза твои, как море, и не дышать. Спасай меня, спасай. Не спорь со мной, о вкусах ведь не спорят. Мой вкус из лучших, ты не возражай. Твои глаза, какого они цвета? Они порой как небо синева. Я по утрам обычно вижу это, едва промолвив первые слова. Твои глаза, какого они цвета? Я думаю, они морской волны. Я в них тону до самого рассвета, и мне ни круг, ни помощь не нужны. Твои глаза, какого они цвета? Я угадаю, ты не говори. Твои глаза — это мечта поэта. Их цвет прекрасен, это цвет любви. О женском возрасте. Сколько лет вам сегодня? А впрочем, какое мне дело? Все равно я не верю бумагам, которые врут. Мне об этом расскажет упругое, жаркое тело и внезапная сила на шее сомкнувшихся рук. Сколько лет вам сегодня? А впрочем, какое мне дело? Я забыл, что вопросов таких задавать вам нельзя. Я не верю бумагам. Пусть пишут в них черным на белом. Мне расскажут об этом горящие страстью глаза. Сколько лет вам сегодня? А впрочем, к чему беспокойство? Словно вечно зеленая ель, вы всегда хороши. Просто возраст не фактор. Он не был физическим свойством. Он равнялся всегда состоянию вашей души. Я болен вами и уже давно, и не лечусь, и не ищу спасения. Я знаю все, мне свыше суждено у ваших ног искать успокоение. И пусть пройдет еще немало лет, я проживу в томительном волнении, я буду ждать, держа в руке букет, и замирать при вашем появлении. Свет ваших глаз волнует и манит, и освещает мне мою дорогу, ведет по жизни, тянет, как магнит. И за любовь я благодарен Богу. И пусть пройдет еще немало лет, я проживу в томительном волнении, я буду ждать, держа в руке букет, и замирать при вашем появлении. Когда случайные разлуки теснят безоблачные дни, закрой глаза и тихо руки ко мне навстречу протяни. Явлюсь я джинном из бутылки, как воплощение мечты, и мы взволнованно и пылко проговорим до темноты.
и одиночество тревогу с тобой разделим на двоих. Любая дальняя дорога у ног кончается твоих. Приду и обниму за плечи, и вмиг исчезнет грусть и дым. Ты знай, что я спешу навстречу к рукам протянутым твоим. Следующее стихотворение нуждается в небольшом предисловии. В нем соединилось прошлое, далекое-далекое прошлое и настоящее. Вот у меня на моем мобильном телефоне запрограммирована музыка. Вот когда мне звонит Ланочка, моя дочка, у меня играет 5-я симфония Бетховена. Когда звонит Леночка, у меня играет Вивальди, «Времена года». Вот стихотворение, оно так и называется, Вивальди. Скажу тебе не шутки ради, я был в экстазе, это сон. Мне позвонил вчера Вивальди, да, это был, конечно, он. Его божественные звуки пришли ко мне сквозь толщу лет. Я телефон хватаю в руки, а на экране твой портрет. Я звуком трепетно внимаю, и слез нисколько не стыжусь, и я уже не понимаю, в каком столетии нахожусь. Камзол, парик, смычок и скрипка. Нет, не Вивальди, это я. И вдохновение, и улыбка. Пишу концерт я для тебя. Мы удаляемся к истокам в венецианский колорит, туда, где нежная барокко в прозрачном воздухе парит. Клавиры, нотные тетради, то нега, то оркестр в гром, и мы под музыку Вивальди, который век уже живем. Живем прекрасно и беспечно, и пусть барокко нас пленит, да будет так, мы будем вечны, пока Вивальди нам звонит. Творение называется «Пьедестал». Пришел у любви девятый вал, как дождь в пустыне. И ты взошла на пьедестал, моя богиня. А у подножия в саду, где зелень гуще, давным-давно тебя я жду, как в райских кущах. И птицы певчие поют среди райских яблок, и первородный грех в раю все так же сладок. Стихотворение «Камин». Не нужно наше время торопить, и в 21 век спешить не надо. Не лучше ли камин нам растопить, а с ним зажечь старинную лампаду? И я не оторвусь от ваших глаз, в них отразится пламя многократно, и время остановится для нас, и потихоньку потечет обратно. Обратно в те далекие века, где нежность не считалась пороком, где дамам целовалась рука, а подлость не наказывалась сроком. Для подлости дуэль и пистолет, для женщины любовь и поклонение. Идиллия давно забытых лет, забытых вместе с этим поколением. Горит лампада, тени шевеля, дрожит дымок, как рябь на водной глади, потрескивают ветки на углях, и тихо льется музыка Вивальди. И я парю, как будто невесом, как будто заворожен чудной феей, и вижу ваше юное лицо, и чувствую, как тоже молодею. И мы уходим в тени прошлых лет, куда мы так случайно не попали, и я шепчу вам нежный комплимент, слегка коснувшись кончика вуали. И вашу руку трогает рука, потом еще, потом уже другую, и, затаив дыхание слегка, я вас совсем случайно поцелую. Ах, что за сон! Так сладко, так тепло, и я готов уже в любви признаться. Звенит будильник, очень нелегко, но нам пора с тобой просыпаться. Вернулся день, и наш мираж померк, и мы спешим знакомо и привычно, и за окном опять 20 век, и за окном грохочет электричка. Придем с работы на исходе дня, и я скажу, что свет включать не надо. Зажги камин, согрейся у огня, а я зажгу старинную лампаду.
теперь немножко более современного, более, может быть, веселого стихотворения «Живи сегодня». Пускай в кармане денег ноль, и жизнь твоя не стала звездной, живи сегодня, как король, поскольку завтра будет поздно. Ты другу не подал руки, конфликт наметился серьезный, сегодня отпусти грехи, поскольку завтра будет поздно. Пусть кто-то ждет любви большой, но в жаркий день и в день морозный люби сегодня всей душой, поскольку завтра будет поздно. Спой серенаду под окном, слетай на юг, на север грозный, не берегись, гори огнем, поскольку завтра будет поздно. А завтра новый день с утра, его прими ты как награду, все делай так же, как вчера, и послезавтра ждать не надо. Теперь немножко шуточного. О женской моде. Моя любимая у моды всегда находится в плену. Ни обстоятельства, ни годы не устрашат мою жену. Белье цветное от Диора и обалденное колье. На блузке модные узоры, какой-то новый кутюрье. От Гуччи сапоги и сумка. Купальник – это Calvin Klein. Такая слабенькая штука, открытый полностью дизайн. Да, в моде имя много значит. Вот шляпка от самой Шанель. А вот Versace – вот удача. Трусы – последняя модель. Мне лучшей женщины не надо. И благодарен я судьбе. Люблю я все твои наряды, когда они не на тебе. Еще одно такое немножко полушуточное. Поэты пишут каждое о своем. О синем море, о березках пишут. И в этом клане с другом мы вдвоем имеем каждый собственную нишу. Он пишет все о небе голубом, о незабудках пишет он исправно. И потому на вечере одном я голубым назвал его недавно. А у меня все чаще натюрморт, петрушка с хреном, желтый лист кленовый. Он заявил, что все не первый сорт. Он мне сказал, что я поэт хреновый. Я не грущу, хреновый, ну и что ж. Я в этом смысле вовсе не новатор. Вот Маяковский тоже был хорош. Он написал, что он ассенизатор. И он был прав. Он так воспел дерьмо, так прославлял, так долго с ним носился. Потом, когда он понял, кто есть кто, он все прочел, пошел и застрелился. А следующее стихотворение тоже небольшое пояснение. Был у меня очень хороший друг здесь, в Майами. Наверное, многие из вас его знали, помнили. Доктор Александр Брекслав. Многие из вас были с ним знакомы. К сожалению, его с нами уже нет. А у меня много стихов, посвященных ему, мы с ним дружили. А, и вот как-то он мне подарил флакон французского одеколона. Ну, это не могло пройти, так сказать, незаметным. И по этому поводу я ему написал шуточное стихотворение «Французский одеколон». Флакон был весь зеленый, как удав. Вверху широкий, к середине узкий. Сам Саша Преслав, от себя урвав, мне подарил одеколон французский. Я отродясь такого не видал, хоть помню все, от шипра до тройного. Давным-давно я их употреблял, в то время просто не было другого. Вот удивлю жену, подумал я. С утра побрился, выглядел пижоном, и, предвкушая радость бытия, я окропил себя одеколоном. Жена была в дела погружена, я к ней явился моложав и статен. Меня обнюхав, молвила она, «О, запах Бреслава мне сладок и приятен». Ну и еще одно шуточное стихотворение. Наша флоридская
пенсионер на флоридском пляже. Густая тень, на пляже он лежал. Жевал банан, тропическое зелье. Соседских дам глазами раздевал и отвергал, кайфуя от безделья. Нет, все не то. Но вдруг прошла она. Он подскочил, подброшен как пружиной, живот убрал, разогнута спина. Припомнил год, когда он был мужчиной. Надел очки со стеклами плюс 5, чтобы рассмотреть детали ее тела. Себя бойцом он ощутил опять. Он был готов, теперь вперед, за дело. Она сначала скажет ему: «Нет, но он не лох, он знает эти штучки». Она сказала: «Это вы? Привет!» Он в ней узнал подругу своей внучки. Теперь от поэзии перейдем к прозе. А так получилось в моей жизни, никогда в жизни я не был на сцене, ну, разве что читал свои стихи, да и то читал их друзьям в компании. И вот недавно, год назад, благодаря Ире Павловой, у нас организовался такой театр, который очень поддержали вот Росин и другие наши спонсоры. И театр «Курортный бульвар», в котором мне пришлось участвовать не только как автору, но и как исполнителю. И в пьесе о Раневской я сыграл роль журналиста. И мне эта роль так понравилась, что я решил сегодня, прямо вот сейчас, продлить, так сказать, свою роль журналиста и взять интервью у нашей прекрасной королевы. Алите, королева кабаре, Алиты. Алечка, я приглашаю вас на сцену. Welcome, welcome. Ну и... уж коли я буду журналистом, я хочу задать вам несколько вопросов. У вас необычная судьба для эмигрантов из Союза. Вы приехали в Америку в 72-м году, правда? И вы так много успели сделать буквально через несколько лет после приезда. Как это получилось? Да, в этом году 45 лет. Прошел как один миг. Помню себя еще очень молоденькой, даже ребенком. У нас в доме всегда были разговоры о том, что мы уедем в Америку. Эти разговоры могли только происходить при закрытых дверях. И поскольку я начала петь, по-моему, мама сказала, что начала петь до того, как я начала говорить, то музыка, которую я пела, это была американская музыка. Нам посылали пластинки, две мамины сестры, которые были в Америке. И английский я выучила на этой, собственно, музыке. И с 12 лет мой папа об этом не знал. Моя мама со мной отправлялась в маленький джазовый кафе в Риге и просила музыкантов разрешить мне с ними спеть. И все началось оттуда. Когда пришел день и пришло время нам уезжать, мы уезжали, конечно, как враги народа, пришлось выкинули из университета, из работы, мы были абсолютно не пределы, то мы думали, как мы сможем себя прокормить и чем мы все будем заниматься. И мы готовились к этому довольно долго. Когда я приехала в 1972 году в Америку, у меня был полный репертуар, потому что в Риге я пела всю американскую музыку. А первую музыку, которую я пела бразильские босановы. Так что репертуар у меня был. «Нью-Йорк, here I come». И мы всегда знали, что от жизни нужно самому брать все, что только можно, и не ждать помощи никакой. А какую роль в вашем творчестве сыграл
ваш муж Джек Нейхаузен. А мой муж сыграл очень важную роль. Поклонись обществу. Я ее сын. Вы знаете, в принципе, очень я этого молодого человека, мальчика, помню по Рижскому взморью. По пляжу шел такой Аполлон Бельведерский. Было. Вот в этой книге, в его, которая уже по ночам мне снится, как раз есть фотографии того времени. Просто я вам скажу в двух словах. Джек сейчас мой продюсер, и причем... Не только продюсер. В этом году мы записали диск номер 8. Проделана огромная работа. Когда я смотрю просто даже на эти песни, сколько было 2 мировых тура, песни на 16 языках. Но если я вернусь, вы представляете, уезжает семья в Америку, мама, папа и 2 девочки. И одна из них хочет петь. Моя мама сказала папе так: «Бена, ты как хочешь. Я всегда хотела быть актрисой. Война мне помешала. Но если наша дочка имеет талант, если она хочет петь, она должна петь. Ша, я еду с ней на гастроли». Каким образом все это началось? Я должна пару слов рассказать. Я не могу с моим большим уважением к такому терпеливому журналисту. Рижский КВН. Наша команда стала чемпионами, мы победили в чемпионате с Одессой. И на финальном выступлении в Москве я выступала, и я пела песню со спидолами. И это была песня «Ноктюрн» Александра Кублинского. И это было первое исполнение песни Кублинского на московском телевидении. До этого был такой квартет «Аккорд», который записали, но записали пластинку. И в это время меня услышал Юрий Сергеевич Саульский, это VJ-66, и попросил нашего общего знакомого, рижанина, певца Толика Могилевского, что это за девочка, немедленно привези ее ко мне. Значит, я в Москве, мой папа даже не знает, что я делаю, мама сказала, что она все берет на себя. А я еду встречаться с Юрием Сергеевичем Саульским, он сел за рояль, я с ним попела. Он говорит: «Деточка, завтра в 11 я сам тебя привезу в Росконцерт, ты едешь с нами на тур». Значит, что делать? Я подписала контракт, 16 лет мне еще не было. И я приехала домой, и я говорю: «Папа, вот такие дела, я еду на гастроли». У моего папы сразу запотели очки, он сел: подождите немножечко, извините, что это, я что-то не понимаю, что здесь происходит? Фаня, ты об этом что-то знаешь?» Он говорит: «Но, Бена, сегодня же на работе, сколько человек к тебе подходили, говорили, что видели Аэлиту, она пела на актерне, это было замечательно». Мой папа, когда становился эмоциональным, он начинал кашлять, у него маленькие слезинки были заметны на очках. Короче говоря, моя мама уходит с работы, и мама едет со мной на гастроли. 20 городов. Мама учит меня всему, учит меня, как кланяться, делает мне прически. И первый концерт у меня в городе Горьком, 10 тысяч человек. Вот у нас есть горьковчане. И моя мамочка сидит там, в общем, так это все пошло одно за другим. В общем, я могу здесь 5 часов рассказывать, это надо всю жизнь. Короче, мы уезжаем в Америку. Я молодого человека знала, но я его никогда не воспринимала, потому что он для меня был несерьезный. Mm-hmm. Потому что я из семьи, где надо быть целенаправленным. Я знала, но... плохой стороны. Да, он был пустой, он был несерьезный. Но зато очень веселый, очень красивый и прекрасно знал музыку. И мы были просто друзьями, потому что это даже нечем даже было говорить. Я брал у нее пластинки американские, да. Я переписывал их, и весь город потом слушал их. Да, может быть. Теперь что получилось? Когда мы подали документы на выезд, мы оказались все в вакууме.
Во-первых, я уже после турне с «Вьоджа-66» и после КВН на следующий год Юрий Розиевский поставил спектакль «Где-то в узких улочках Риги». Это был 71 год, и с этим спектаклем мы объездили всю страну и даже были в городе, который называется Гзыл-Орда. Я не знала, что еще есть места, где нет электричества, и я ложилась спать голодная, поскольку на мне были джинсы, и в местном ресторане меня не обслужили из-за того, что я была в джинсах. Короче говоря, надо уезжать. И вот, когда мы подали документы на выезд, все боялись даже с нами иметь дело. Кроме одного человека, вот этого человека. Он приходил к нам, он помогал паковаться. Милиция мне говорила, ты к ним идешь? Я говорю, да, но не забудь меня. Пачка сигарет. Вы понимаете, очень интересно у вас брать интервью. Вы ответили на те вопросы, которые я вам даже еще не задавал. У меня их было много. Но я хочу задать один вопрос, и я удалюсь. А вы уже, почему не надо? Вам посчастливилось выступать в Белом доме перед президентом на открытии чемпионата мира по футболу в Корее, ну и в других очень престижных местах. Как эмигрантке с таким маленьким стажем пребывания в Америке удастся вот такой шаг? Вот я вам задам этот вопрос, я удаляюсь, оставляю вас на сцене. Ну, смотрите, чемпионат мира по футболу был через 30 лет, это был 2002 год, я приехала в 72 году. И когда я приехала, немножко вернусь в Нью-Йорк, то, конечно, то, что я знала английский, это мне помогло. Но самое главное, мне помог мой папа, поскольку он был инженером, экономистом и деловым человеком еще до войны. Он мне сказал, доченька, если ты хочешь петь, это прекрасно, но это должен быть бизнес. Значит, все надо построить на такой основе. Это нужно делать именно вот таким образом. И постепенно, значит, в начале, когда я приехала, я помню, я устроилась работать секретаршей. И на уикендс я могла ездить просто на прослушивание. Денег не было, было у нас всего $400. И получила первую работу, где мне надо было купить платье. Я захожу в итальянский бутик. И как вы думаете, какое платье я купила? Красного цвета, с большим воротником. И на каждом воротнике были по белой звезде. Видите, красное платье с двумя белыми звездами. Я не знаю, почему я это купила, но до сих пор оно у меня есть, моей дочке еще до сих пор его носит иногда. И что-то было все очень постепенно. Я работала 48 недель в году в Нью-Йорке. И хозяева ночных клубов уже звонили друг другу узнавать, когда и я свободна, и когда можно меня пригласить. И вот работа в этих... В среднем, каждый концерт, если я делаю концерты, то приблизительно от 3 до 5 каких-то других контактов или работы из этого вытекало. И в Нью-Йорке я пела в ночном клубе «Dionysus» и познакомилась с Анасисом. Анасис всегда имел там свой столик. Всегда приходил слушать. И мне дарил очень красивые конфеты. Я помню, у нас дома даже было $1000 подписанные. И очень любил слушать меня. Я пела на всех языках. Я даже расскажу эту одну историю. Он меня пригласил быть его гостем на яхте «Кристина» на Гудзоне. И я, конечно, отказалась. Я говорю, господин Анасис, я не могу это сделать, я замужем. Он говорит, ну я же Анасис. Я говорю, извините, я же Аэлита, у меня есть муж, я без мужа не могу. Он говорит, берите мужа. И, в общем, мы вот так провели 3 дня с Анасисом. В 82 году, полгода выступляя тур по Южной Америке с моим шоу уже, когда я приехала, мы переехали в Торонто в 79 году и уже сделали свой собственный бизнес, Аэлита Musical Enterprises. И у меня был кардебалет, было много музыкантов. И очередное шоу у нас был «Viva Las Vegas». Полгода выступления, тур по Южной Америке.
И первая наша, по-моему, страна была Панама. В выходной день подходит хозяин. Ко мне, подожди. Да, подошли к Джеку и сказали: пожалуйста, не планируйте ничего, потому что в понедельник у нас есть очень важная работа. Мы в понедельник с музыкантами, танцовщицами приезжаем в аэропорт, нас везут на какой-то маленьком самолетике. Нас привезли на остров Контадора. Это остров, где скрывался бывший иранский шах Первези. Он был очень болен, и он специально привез мой шоу для того, чтобы я могла для него петь французские песни. Как вы знаете, он получил образование в Сорбонне. И наша девочка, Рафаэлочка, была маленькая, она закрывала шоу в спектакле, и она буквально сидела у него на коленке и смотрела. И вот вы знаете, все, теперь, когда я приехала в Нью-Йорк в 1972 году, я добилась этого. Даже книга Джека «Thinking Mr. Nixon». Понимаете, у нас в нашей жизни и в нашей судьбе одно вытекает из другого. Просто удивительно. И мне очень приятно, что в этом году это 45 лет со дня, как мы приехали. Мы приехали 20 марта на третий сейдер в Америку. В этом году вышла 8-я пластинка. В этом году наша дочка Рафаэла, продюсер фильма «Joe's Violin», была номинирована на «Оскара». Знаете, и у нас просто такой, я не хочу сказать юбилейный год, но это просто такой необыкновенный урожайный год. И вот просто как-то все это, it's all coming together. Да. И удовольствие стоять и петь перед вами, я все лица знаю, вас очень люблю, и вы на все наши концерты ходите, так что вот этот последний диск, который я сейчас выпустила, это 7-й и 8-й, это диски, которые автобиографические. Там был вопрос такой у Миши, он мне дал список вопросов. Что у меня связано с песней «Ноктюрн»? Вот с этой песней, которую я исполнила на московском телевидении совсем еще девочкой. Я не знала, что композитор, автор этой песни, Александр Кублинский, жив. Я не знала, что он мне предоставится с ним встреча. Хотя эту песню я исполняла даже в Японии. И вот когда в 2010 году мы вернулись в Ригу, Латвию, с двумя дисками. После смерти моего папы я записала диск «Songs My Father Taught Me». И второй диск был «Кабаре Ла Рус», это мой шоу на Бродвее. За день до нашего отлета в Америку наш журналист Дмитрий Маркс сказал: «Айлита, а вы хотите познакомиться с Александром Кублинским?» Я говорю: «Конечно, он жив, конечно». И он повез нас познакомиться с ним. Александр Кублинский прослушал «Ноктюрн» на этом диске. И когда он слушал, наш журналист фотографировал. Он плакал, он начал молиться, он встал на колени. И он сказал: «Айлита, всю жизнь я вот представлял именно вот такую аранжировку, вот такое именно исполнение, как это». И мне надо было уезжать уже. В общем, он вынес песни, которые он написал давно, в 1972 году, в совершенно разные периоды. Песни, которые никогда не были никем записаны. И подарил мне. И сказал: «Айлита, это для вас. Я вижу, что вы сделали с «Ноктюрном», я хочу, чтобы вы эти песни записали». Прошло 6 лет, он в Риге, мы ему помогаем все эти годы, он был на моих концертах в Латвии. И песни звучат по рижскому радио, по телевидению. И я, как сказать, я его привела к жизни, не привела, как вернула. Но когда я приехала в Нью-Йорк, я добилась через знакомств, которые происходили на моих концертах. Первый год у меня было 50 концертов за права человека. Я ездила по всей Америке, рассказывала просто. Но он говорит: «Зачем вам надо 10 певиц? У меня есть одна из Канады,
который может спеть на 16 языках. По-китайски может, по-японски прекрасно. И я записала песню для этого чемпионата в 99 году, за 3 года. Как раз они приняли то, что мою запись с симфоническим оркестром, с хором, и это, так сказать, использовали для рекламы. Так, это мы и сказали. Теперь дальше, что я уже не столько вам есть, чтобы сказать, просто... Ой. Теперь самое главное, почему мы здесь. Новый диск с новой песней, написанной для меня в Израиле, композитором рижским, композитором Хиршем Зильбером. И слова на эту изумительную песню были написаны Михаилом. Moses, the chosen one, you delivered us to promised land, the land of freedom. Moshe, Moshe, yakar nivchar, anachnu kvaram meshuchrar, mimitzrayim gehalta. Вечная страна.
так вечно будут живы иудеи. Мелех ле-даркейну, ла-маком ха-них-сав, ки ану аз нифарну, ху отану асав. Нас истребить не сможет время, и всех врагов коварные затеи. И как сквозь камни прорастает семя, так вечно будут живы. И вот моя визитная карточка на цель. Thank you.
Ich hab dich zu dir, zu sein, ob dir
передал ему слова. Эта песня пролежала больше 40 лет, пока в 2011 году Александр Кублинский подарил мне эту песню и подарил мне эти слова. И мы сделали из нее то, что вы сейчас услышите. Слова я дописала, как и в других песнях, потому что не хватило. Самое главное, что оркестровка, аранжировка была сделана Стасом Фоминым, тем, кто аранжирует все мои песни, все живые оркестры, струны, симфонические оркестры, так что все это есть. Извините, я буду подглядывать слова. Вы не возражаете? Спасибо, Александр Кубинский, на вас. Когда их слушали, поверили.
засучивы на них. Творение, посвященное Аэлите. На сцену вышла петь певица, сама как музыка, и с музыкой воедино слита. На сцене пела Аэлита, и песни радуга искрила светом, и улыбались звезды в тишине ответом. В их свете, в платье из парчи, серебряными нитями расшитым, сияла яркою звездою Аэлита. Ее искусству я с восторгом внемлю. Как хорошо, что звезды иногда спускаются на землю. Знакомьтесь с дивною артисткой, звездой далекой и такой близкой. Рада Волшанинова и всем вы! Спасибо вам всем большое. Еще я хочу пригласить сюда нашего юбиляра Михаила Эстиса. Поздравить вас с вашей большой датой, пожелать вам до 120, радовать нас новыми стихами, новыми работами в театре, всего самого-самого доброго. И поскольку у нас сегодня два таких творческих человека, то вам обоих, конечно, творческих успехов. И чаще-чаще приходить к нам и радовать нас всех. Видите, с каким удовольствием люди пришли на встречу с вами. Спасибо вам большое. Спасибо вам.